С победой, ударное возвращение. В чем секрет успеха? Да ничего, просто играть хотел. Вот и все. Соскучился по ЧПС-кому льду? Нет, просто по хоккею. В чем причина была и как узнал, что возвращается ЧПС? Да сам попросил приехать поиграть. Как отреагировали наши тренера? Ну, они как бы не хотели, чтобы ехал. Для них лучше, чтобы там играл. Но потом все-таки приняли решение поменять нас за Плотникова. И все. У вас, ваше звено очень здорово комбинировалось сегодня. Как удалось за столько короткое время найти такую химию? Да, мы же на тренировках в прошлом году, в этом, в начале сезона играли, катались все вместе. Все равно есть какие-то взаимопонимания, связи.